отличной гимнасткой, чемпионкой России, к примеру. И вот она была в большей степени техничная, нежели мягкая и пластичная. А вот у младшей сестры совсем другие данные. Сейчас пригласили для совещания судей. Не исключено, что это связано с оценкой Ляйсан Утяшевой. Тем временем соревнования продолжаются. Каждый предмет оценивает новая бригада судей. То есть те, что судят булавы, не судят скакалку. Вот еще один вид, который не поменяли украинки. Вы видели, уронила скакалку. Задумано было поймать ее под ногой во время прыжка. Конечно же, есть новые элементы. Придумали вместе с Ириной Дерюгиной, с тренером Анной Бессоновой, более эффектную концовку упражнения. И, конечно же, поменяли купальник. Этот купальник с юбочкой. Кстати, Ирина Винер, когда предложила только вот эти вот купальники с юбочками, она даже и не предполагала, что это станет самой настоящей гимнастической модой в ближайшие несколько сезонов. Если поначалу мало кто выходил.